хотел бы отметить, конечно, хорошую игру наших вратарей и Карлсона, и Кудрявцева. Вот. Вот, ну и самое главное, конечно, самоотдачу наших игроков, самоотверженность вот именно, да. 27 блокированных бросков. Вот это вот, очень приличный показатель. Самоотверженно играли. Вот. Ну, ненужные удаления все-таки нам нужно убирать, и качество игры, конечно, нужно поднимать. А в целом, конечно, мы довольны результатом. Вот, и еще раз говорю, самоотверженностью всей команды. Спасибо, Андрей Викторович, пожалуйста. Ну, коллега, хочу поздравить с победой. Согласен, наверное, мы тоже хотели выиграть, но Борис был самоотверженней, больше бросался под шайбу. Не скажу, что мы не бросались под шайбу, мы тоже бросались, но в каких-то моментах он это делал лучше. А так, ну, по игре, наверное, надо как можно быстрее забыть эту игру, потому что такие матчи случаются. А когда шайба не идет, делаешь все, что угодно, но она не идет. Готовься к следующему матчу. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Евгений Геннадьевич, какую бы вы оценку поставили защите нефтехимиков в сегодняшнем матче? Это вопрос, наверное, к Андрею Назарову, наверное. Он будет ставить оценки. Я буду ставить своей команде оценки. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Евгений Геннадьевич, а что так расстроило Карлсона? Ну, еще поговорим, разберемся с этим моментом, там что-то судьями там не поделили там, поэтому. А еще второй вопрос, когда будут к нему какие-то дисциплинарные взыскания? Это все будет завтра. Спасибо, пожалуйста. Андрей Викторович, вторую игру Куликов не играет, что с ним? Травмирован. Травмирован? Спасибо. Есть еще вопрос? Ну, не знаю. Вечером скажут, завтра я не скажу.